Цель данного расчета будет определение напряженно деформированного состояния и распределение температур в полостине при действии конвективного теплообмена. Первый расчет у меня будет термический. Это я указываю в Preference. Далее я перехожу к построению расчетной модели. Моделинг, Create. Keypoints. Чтобы упростить свою задачу, я воспользуюсь WorkPane. Для этого мне нужно его отобразить, а потом задать настройки. Grid Only и Snap Increment у меня будет. Опускай на целых 1/10. Тогда, соответственно, тоже. Минимум 0. Теперь я смогу создать точки на рабочей плоскости. Точки, которые будут являться вершинами моей модели. Соединяю их линиями, lines, straight line. Далее мне нужно создать площадь, точнее, areas arbitrarily by lines. Выбираю линию, окей. Создаю тип элементов на которые. Так, element type add. Тип элементов, которыми я буду пользоваться, будет solid. Возьмем узловой. Плей 7/7 в эквивалент для термической задачи. Переходим к мешинг. Мешту. Для начала мы разбиваем линию. Я выбираю всю линию, указываю размер элемента, и пускай это будет 5 см. Далее я выбираю Areas, выбираю свою единственную площадь, указываю размер, тоже 5 см. И перехожу к созданию сетки. Прежде чем прикладывать нагрузки, я задам свойства материала. Material Props, Material Models, в Linear Static я указывала плотность, Linear Isotropic, модуль пропасти у меня будет 200 гигапаскалей, внутри коэффициент Фолсон. Коэффициент температурного расширения будет 2,6 на 10 минус 5 степени. Объективность я создаю 164. Секрет. В зависимости от свойств материала. Далее перехожу к нагрузкам. Loads. Define loads. Settings uniform. 223.
Helena, apply, thermal, конвективный теплообмен. По линии, выбираю линию, у меня это будет линия скошенная, которая, пусть это будет, так примерно заданный тепловой поток, который будет коэффициент 150 и температура 600 кельвинов. Далее можно перейти к решению. Solution, analysis start, new analysis. У меня будет transient. Full. Solution controls. Solution controls я указываю время, пусть это будет 2 минуты, 20 секунд. Top chosen. У меня on. Time increment. Размер шага 1 секунды. Минимум. Как будет 0, 1 и максимум 5. Мы должны отметить галочки calculate stress effects, потому что нам нужны результаты термического расчета, чтобы посчитать потом напряженность формированного состояния, учитывать тепловые нагрузки. И записываем каждый шаг. Окей. Можно перейти к решению. General процессор, get result. Первый шаг. Plot result, counterplot, model solution. Средняя температура. Вот. Это распределение температуры на первом шаге. Можно посмотреть на последнем. Пластина нагрелась больше, как видно. Из распределения температуры. Также мы можем посмотреть анимацию, которая создается. Сохраняется она автоматически. Over result с первым шагом. До последнего. Ну вот, собственно, так нагревается. Теперь мы должны перейти к структурному расчету. Для этого Preference мы отмечаем галочкой структуру на расчет. При процессоре меняю тип элементов, переключаю с термального на структурный элемент. Свойства материала, которые нужны для структурного анализа, я уже задавала ранее. Поэтому можно перейти сразу к закреплениям и нагрузкам. Закрепление у меня в данной задаче будет заключаться в том, что я заделка левой грани. Модели, так, лоц. Структура, displacement and lines. По всем направлениям on off. Так, также я могу убрать галочку струбного термического расчета. И перейти к давлению. Давление у меня будет приложено по линии. Давление величиной 5 мегапаскаль. Температуру я должна загрузить из температурного анализа. Time point 20, последние секунды расчета.
температурные расчеты сохраняются в формате RTH, расширение RTH. Окей. Ну и все, можно переходить к решению. Выбираем тип анализа, новый, static, solution controls, устанавливаем. Crop chosen, number of steps, максимальное. Так, число шагов указываем 10, максимальное, пускай будет. Пускай будет 50, и минимальное 5. Решение. Посчитал, чтобы посмотреть результат. Занял процессор, ретривал, процесс, плот, solution. Displacement вектор сам, чтобы посмотреть перемещение. Стресс. Анализ. Распределение напряжения. Это на первом шаге. Можно посмотреть следующий. Можно посмотреть последний. Напряжение не сильно меняется, потому что нагрузка невелика. Потому что, ну, как концентратор вот в заделке можно наблюдать. Тоже можно сделать анимацию. Теперь последний шаг. Плюс. Вниз. Напряжение вообще не значительно изменяется. Спасибо за внимание.